привет, ребят, меня зовут Руслана, и сегодня будет видео о больших покупках из зоомагазина. Они вот такие большие. Вот, давайте начнем. Вот, первое, это такая вот лопатка. Я ее купила, чтобы, так как Миша живет в вольере, и у него еще есть загон, там у него песок, игрушки и ванная. И Миша там ходит в туалет иногда. Вот, когда я не успеваю его выгулить вовремя, он сходит по-большому в туалет все в вольере. И так как мне пакетиком неудобно убирать, я буду вот так вот, хоп, убирать и в пакетик. Вот. Мне, ну, это вообще, это вот пеленки. Вот такие вот, тут по 10 штук. Еще там две пачки. Они мне на кровати лежат, просто не хочу их доставать. Точно такие же. Вот, 60 на 40, это для Лёли. Вот такие пеленки. Самые обыкновенные, впитывающие. Что я сейчас не хочу еще затащить, это корм Грандорф Мишин, это ягненок и рис, тут 12 килограмм для собак крупных пород. Мы опять на него перевели, так как те корма ему как-то не подходили. А вот этот, кстати, у него аллергия, вот вообще нет аллергии, это мы поняли, что тогда была мокнущая экзема. Это когда зимой собаке густой подшерсток и кожа не дышит, поэтому она возникает, как нам сказали. Вот. И сейчас мы кормим этим кормом, очень все у него шерсть растет, у него все хорошо, ему очень нравится этот корм. Вот, и мы будем продолжать им кормить. Следующая от фирмы Кузя. Это вот такой древесный наполнитель туалетов для кошек. Вот такой вот, это для шустрика. Ох, он тяжелый, не хочу его поднимать. Вот, вот такой вот. Купили обычно, чтобы я могла ему постилку помять, а то она закончится. Еще что я видела в некоторых магазинах, сейчас скажу, в некоторых интернет-зоомагазинах, но они там, ну, было, их то не было, то они дорогие. А вот сейчас появилось в нашем зоомагазине, причем я очень удивилась, вот такие вот чипсы для собак. Ешь мяус, болей за наш. Вот это фирма Мямс, вот такие чипсы. Давайте сейчас я открою, посмотрю, как они выглядят. Мне очень интересно. Тут со вкусом курицы и говядины. О, вот такие чипсики прикольные. Третье, это, я так понимаю, со вкусом курицы. Я думаю, а со вкусом говядины будет вот, вот таким цветом. Там прям целая пачка. Кстати, пахнут очень похоже на обычные чипсы и чем-то, ну, собачья вкусняшка. Вот такие вот они. Ломаются, потом Лёле дам с Мишей. Положу туда обратно. Лёля, не знаю, будет есть, а вот Миша, я уверена, что будет есть. Кстати, сейчас покажу. Еще вот такая штучка нам дали. Если мы... Ой, извините. Если мы купим еще вот таких вот 9 пачек, ну или 9 раз купим, вот таких вкусняшек, и, ну, за каждую дают наклеечку, то нам подарят... Дадут вот такой вот мяч. Я видела там вот такой вот мячик. Просто Миша, чтобы он играться смог. Вот. Следующее, это вот такие вот таблетки от глистов. Я хочу Мишу сейчас проглистовать, так как мы это давненько не делали, надо было. Это Каниквантел. Вот. Ему надо 6 таблеток дать на его вес. Я ему утром дам. На голодный желудок сказали давать. Теперь видуй. Вот. Вообще, корм от фирмы Монш. Это новый корм для Лёли, так как корм в прошлом Лёля ела, но у нее из него сильно текли глаза. Поэтому мы его решили поменять. Вот такой вот корм. Монш. Мы думали Савару купить, но там было только для больших собак. А так как у Лёли с передними зубами проблема, так она же старенькая уже, и у нее все уже. В общем, ей трудновато жевать большой корм. Мы купили маленький. Тут маленькие гранулы. Вот такой вот. Монш, это супер премиум класс. Тут 40% мяса. Курица. Попробуем этот корм, а потом, если что, ну, как пойдет, если будет есть, значит, будет есть, не будет, значит, поменяю. Вот. Вот такой вот корм. 800 грамм. Последнее, что я давно хотела, давай отодвинем. Ох, сейчас подвину. Это вот такая клетка огромная для клетка. Господи, как я давно хотела. Сейчас, в общем, это вот такая вот клетка. Вот она. Идет этажа первый, второй и третий. Так, давайте посмотрим. Подробностях я вам показывать не буду, так как я сделаю сейчас отдельное видео, как я туда запускаю хомяка, как я там все сделаю. В общем, там есть туннель, миска, там домик, еще туннель, переходники такие для туннелей, там еще одна миска, колесо, там еще колесо и поилка. Вот.
Вот такая вот клетка, очень классная, от фирмы Тариол. Вот, полностью и в хорошем видео, буду вам показывать в следующем видео. Если вы хотите, то пишите в комментариях. Но я, наверное, сниму это, потому что я сама хочу снять для вас, как я тут заселяю хомяка. Такая очень крутая клетка, ой, извините за мой чудесный палец. Вот она, мне очень нравится. Это вот все, что мы купили, почти. Вот еще тут свинота немножко, ну ладно, ничего. В общем, ребята, если вам это видео понравилось, поставь палец вверх, подпишись на мой канал. И всем пока.